Значит, если сделали диагностику и она нам ничего не показала, а двигатель по-прежнему работает нестабильно, что, на что нужно обратить внимание? Значит, смотрим, чтобы не было никакого подсоса воздуха. Так как если есть подсос воздуха небольшой, диагностика его не покажет, ошибки никакой не будет, человек, в принципе, от этого не загорается. Вот, но мотор у нас работает нестабильно. Чаще всего бывает это подсос воздуха вот перед датчиком ДМРВ. Меняют фильтр, значит, кто-то самостоятельно, и забывают затянуть вот этот хомутик. Случаев было уже, не соврать, около 10, точно не затянут вот данный хомут. Идет подсос воздуха вот здесь вот, помимо датчика ДМРВ. Вот, отсюда нестабильная работа мотора и приемность слабоватая, значит. Потом подсос воздуха может быть здесь, также перед датчиком ДМРВ у самой заслонки. Значит, вакуумник может быть неисправен. Вот шланг, смотрим, чтобы полностью весь шланг был без трещин, без всего. Смотрим на подсос воздуха шланг, значит, мембрана, чтобы не шипела. Вот, потом вот клапан продувки адсорбера у нас стоит, как я и хотел показать его. Вот целостность всех шланчиков смотрим. Помимо этих всех шлангов бывает, что воздух подсасывают форсунки. Колечки резиновые уплотнительные там стоят, бывает, они изнашиваются или после ремонта, либо вообще просто от времени начинают подсасывать воздух. Они не такие герметичные со временем становятся. Ну или после переборки, возможно, недоброкачественно поставлены. Вот, и начинают подсасывать воздух. Отсюда у нас нестабильная работа двигателя.